Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Оля, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами будем делать маленькие розочки. Эти розочки могут красиво смотреться в самостоятельном букете или дополнять какой-то другой букет в качестве вставок. И давайте начинать. Как обычно, начинаем с серединки для бутона. Беру бумагу отрезком 5,5 на 6 сантиметров, складываю пополам и срезаю верхние уголочки. После чего посередине растягиваю эту заготовку и вкладываю в нее конфетку. На конфетке хвостики обязательно убираем, прячем их. Вместо конфетки можно взять фольгу, шарик из фольги диаметром около 2 сантиметров. Нижние края бумаги я подклеиваю, склеиваю между собой, а вовнутрь бутона я вклеиваю шпажку. Капаю капельку клея на край бумаги и вклеиваю шпажку. Таким образом, клей у нас не прикасается к конфетке. И теперь лепесточки. Размер лепесточка 3 на 5,5 сантиметра. Складываю пополам и вырезаю форму капельки. Затем, как обычно, растягиваю посередине, растягиваю совсем слегка и подкручиваю верхний край лепесточка. Подкручиваю максимально сильно. И для этой розочки нам нужно всего 4 лепесточка. И теперь начинаю подклеивать. Наношу на нижний край немножечко клея и плотно прижимаю к бутону. Второй лепесточек делаем все то же самое. Обязательно прижимаем плотненько к бутону. Лепесточки ложатся очень красиво друг на дружку и выглядят розы просто волшебно. Подклеиваю последний лепесток и, как обычно, не забываю его заводить под первый. Для небольших розочек я делаю небольшие чашелистики. Размер бумаги отрезка 4 на 5,5. Делаю всего 4 зубчика, подкручиваю, растягиваю каждый, затем растягиваю саму заготовку, наношу клей и подклеиваю к своей розочке. А затем тейпирую. Тейпирую я полоской гофрированной бумаги, ну а также можно взять вместо бумаги тейп-ленту. И на этом очень наши простые розочки готовы. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока, до новых встреч!